Один раз в год сады цветут. Песни вот с именно, утра да, приятно. Вот именно этими строчками из песен мне хочется сегодня представить наше следующее предложение. Это покрывало цветущий сад. И действительно, по такой уникальной цене оно цветет раз в год. Именно сегодня. Поэтому торопитесь обновить ваш текстильный гардероб. Это точно. У нас, конечно же, весеннее время. И очень хочется добавить цветов в свой дом. В этом году пастельная палитра в моде, поэтому наша коллекция будет нежная, просто с фарфоровой красотой. У меня ассоциация с дорогой, красивой лакшери посудой. Эффектно, необычно и очень неперегружено. Мне вот это нравится. То есть красок много, но при этом вам легко будет такие цветы встроить в интерьер. В белом цвете у нас будут вот такие нежные лилово-розовые, лавандовые тона. Ой, как же мне нравится этот оттенок. Вы только посмотрите. Белый с розовыми розами, с кустовыми. Действительно, отдыхаем, как в цветущем саду. Есть у нас еще голубой оттенок. Да, давайте посмотрим. Сразу посмотрим. Кстати говоря, именно голубой считается идеальным для спальни. Это цвет воды, воздуха и начала жизни. Именно поэтому он воспринимается глазками очень легко. Мы отдыхаем. Кстати, вот в руках полутора спальный размер. Посмотрите, он идеально подойдет на ваше кресло, на небольшие диванчики, на кровати для ваших малышей. Учитывая, что материалы у нас гипоаллергенные и не мнущийся велюр. О нем поподробнее тоже обязательно поговорим. Какие у нас еще есть оттенки? Давайте посмотрим. Приятная сливочная палитра. Очень приятный цвет. У нас есть бордовый и желтый. Вот они, два оттенка. Платочная тематика. Да. В стиле а-ля рус. Ух, ярко, сочно, динамично. И если ваш интерьер заскучал, то добавляем вот такой цвет. Да, это предложение сегодня, мне кажется, покорит сердца многих наших телезрительниц. У меня, когда мама увидела вот эти покрывала в эфире, она просто в них влюбилась. Итак, сегодня это предложение. Покрывало цветущий сад вы можете выбрать в размерах полутораспальном, в двуспальном и в размере евро. Цена только сегодня от 999 рублей. Не упускайте такую возможность. Ой, ну действительно, вот этим дизайном, мне кажется, можно любоваться бесконечно, потому что, конечно, мы уже хотим цветов, мы уже хотим весеннего настроения, и как важно уже сейчас украшать ваш дом. Конечно, и цветы всегда легко вписываются в интерьер, но цветы — это такой транзитный тренд, через все года они меняются, меняется картинка цветка, то в объеме, то графично. В нашем случае это очень нежное исполнение растительного орнамента по всей площади покрывала, и мне нравится, что фон светлый, в комнате будет просторно, в комнате будет свежо. Самая маленькая комната или выходящая на теневую сторону сразу преобразится, будет объемнее, вам там будет приятнее находиться. Но покрывало – это вещь функционального характера. Мы садимся, ложимся, укрываемся, прыгают наши детишки, прыгают собачки с непомытыми лапками, если не успеем в коридоре ее поймать. Такие ситуации случаются. Поэтому будет много стирок. И вот здесь на первый план выходит ткань. Как тебе понравилось полотно? Слушай, потрогай. Ты знаешь, ощущения вообще просто невероятные. Настолько так нежные, настолько мягкие тактильные ощущения, вот такие нежные прикосновения просто будут ласкать вас, если вы, да, можете приснуть вот на этом, да, покрывали, можете даже укрыться им. Юлечка, ну вот смотри, ты сказала про домашних животных, а сейчас же весна, да, мы открываем все больше и больше окна, балконную дверь открываем, все-таки как ни крути, летит пыль, сейчас еще пыльца полетит, а здесь у нас все-таки ворсовое полотно, не будет ли оно запыляться? Вот видишь, как тебе понравилась нежность этого полотна, ты могла подумать, что нежность может быть практичной. Ворсовое полотно. Давайте посмотрим поближе, как оно выполнено. Велюр фланель называется эта ткань. Это ворсиночки на трикотаже. И правильно, когда у нас окна открыты, пыль летит. И, как правило, текстиль ворсовый, он обычно, хлопнешь по нему рукой, пыль идет. Да, особенно в городских случае квартирах. Ворсиночки зачесаны в одну сторону, посмотрите. И благодаря вот именно такой технологии шелковистая поверхность получается. И не так не налипает пыль, как обычно. Да? Соответственно, в вашей комнате свежо, вы не дышите пылью, с такой поверхности легко просто липким роликом или даже влажной рукой убрать шерсть ваших животных, то есть почистить, и вообще уход простой, да, и почистить легко такое покрывало. Поэтому абсолютно смело стелите на диваны, как диван-деки, защищайте вашу мебель, покрывало многофункционально. Это материал еще и сохраняющий хорошо свою форму, он не деформируется, и единственный ворсовый материал, который не дает заломов. Знаете, иногда велюр так зажевывается и некрасиво. А в нашем случае, благодаря полиэфирным волокнам, их такой пружинистой фактуре, совершенно нет заломов. Вот оно в первозданном виде, гладить его не надо.
Так, друзья, уже продано более 106 покрывал. Торопитесь и вы создать в своей комнате уютную, комфортную атмосферу. Сегодня это можно делать выгодно. Новые 3 девятки, а значит еще больше товаров по самым максимально сниженным ценам. Юлечка, ну, я так понимаю, мы давай еще полюбуемся цветами, потому что хочется еще раз смотреть. Посмотрите, пожалуйста, на голубой цвет. Это действительно голубое небо, порхающие бабочки. Ну, просто весна врывается вместе с покрывалом цветущий сад. Еще, знаешь что, хотелось бы обратить внимание на оборотную сторону покрывала. Ага. Она здесь у нас из такого тоже очень приятного материала сделана. Да, это микрофибра с задерживающим эффектом, чтобы покрывало не скользило, потому что вспомните, как часто мы покрывало постоянно поправляем, да, вот буквально достаточно один раз присесть на диван или на кровать, все уже на полу. В нашем случае есть такой задерживающий эффект, чуть бархатистый, ну и стежечка безниточная тоже дает рельеф, который задерживает покрывало на постельном белье. И с точки зрения конструкции это вообще удачная вещь. Спасибо, что сказала, Ирин, потому что внутри у нас еще и прослойка из синтепона, и мягенькие ткани, и гипоаллергенные. Можно как одеяльце даже использовать. Совершенно верно. Вы можете укрываться, предложить гостям, да, например, в дачный период, у нас сейчас вот предпасхальное время, будет много близких приезжать, кто-то остается на ночь, как всегда текстиля не хватает. А такое покрывало, вот как раз-таки оно к демисезону, к лету будет идеально, и самим укрыться в течение дня, потому что мы не сразу достаем белье, можем, знаете, занырнуть, так отдохнуть полчасика, или предложить гостям. Итак, друзья, именно за эту презентацию вот сейчас продано более 150 штук таких покрывал. Торопитесь, это значит, что многие наши телезрители уже выбрали для себя это предложение, выбрали на подарок такое предложение, потому что действительно, просто такое великолепие, мне очень-очень-очень-очень нравится. И действительно, вещь функциональная, то есть она у вас не залежится, она не запылится где-то у вас в шкафу. Вы будете ее использовать и как покрывало, и как одеяло. Ну, мне кажется, и как декор, конечно же, потому что в односпальном размере у нас есть такое предложение, можно еще и кресло задекорировать. Совершенно верно, полутораспальное на кресло, большие размеры, 2 евро, как покрывало на кровать.